И привет, пробуем демку Nocturnal. Так, луна, дождь, какие-то там это фиг пойми. Штучки летают. Что-то копошение. О, хмырь вылез с мечом. Чего? Чик. Блять, писульки какие-то. Старое письмо от Арсии. В общем, ля-ля-ля. Чушь какую-то написали. Нафиг мне это дали? В общем, письмо не пойми от кого. Это что такое вообще? Оба, попрыгульчик и сабелькой. Так, Nocturnal. Двойного прыжка нет. Чик. Чик, чик. Блок, блока нет, да. Ну вот бежит чувак с кривой саблей. В плаще белом, который как тряпка намотан на шею. Ты же задохнешься. Не, а чё? Ну вот. Хоба. Нет, говорит, не пускает тебя туда. Ладно, бежим дальше. Ты куда приперся? Здесь все мертвые, не видишь? О, это правда! Чего правда-то? А, нафиг. Ну, кусты летят что-то. Да и ладно, хер с ним. Ой! Чего я разбил? Что случилось? Почему? Сюда не запрыгивает, сюда нет. Ой. А, у него такое небольшое задержка в прыжке есть, если ты в прыжке начинаешь бить сабелькой. Ага, залез. Так, залез. Какая-то девушка сидит. Ты, говорит, темные времена пришел, но... Я это как его... Не, вообще не важно, что ты там ищешь. Надеюсь, это, говорит, не, какие-то проблемы не доставит. Я... Ой, в общем, болтовня. Если бы я это была бы демка... Ой, не демка, а полная игра, наверное, бы можно было бы поковыряться и разобраться в этом вопросе. Так, опять мы куда-то лезем, лезем, лезем. Подожди, инвентаря нет. Тап... О, тап работает, скилл 3 есть. Здоровье плюс один. Локт, локт. Ну ладно, хорошо. А, тут какую-то херню надо еще ломать, блин. И что ты там найдешь, типа? Нифига себе, блин. То есть еще я должен искать всякие штучки. Пиу. Ой, пау, сломалось. И чек... А, это чекпоинт. Чекпоинт. Хорошо. Ну вот я пришел. А, да, говорит, сломай-ка дверь, блин. О, нихера себе! А я не испугался. А, типа ночь, блять, надо в итоге сюда входить, иначе, говорит, тебе кирдык, блять! А, тебе, говорит, и так кирдык, блин. Че ты, дурак, что ли, блин? А, тут еще вот по шифту он прыгает. Подожди, блять. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Запрыгнули, запрыгнули. Хоба! Ой, запрыгнули. Какая-то херь за мной гонится. Которую нельзя, чтобы тебе... А, блядь! Ай! И нельзя, чтобы она тебя догнала. Все, я выбежал. А, нет, не выбежал, вот она за мной. Я типа должен был испугаться, да, или что? Ладно, хорошо. Страшная фигня меня не догнала. Опять ломаем урночки всякие. В урночках у нас типа опыт, с помощью которых я буду потом прокачиваться. Если я правильно понял, блядь. Ладно, хорошо, заходим. Хоба, зашли. Мы молодцы. Мы сейчас до какого-нибудь боссика добежимся. And forward stick to attack with a long jump. Press and forward stick to attack while jumping. А, длинный. А, вот так вот, да?
То есть... Ой, блядь, сучка! А я вылез или что, я не понял? По кустам, говорит, чё? Что? Вот это вот чуть такое? Я сейчас сдохну, да? Да, сдохну. А, нет, не сдох. Почему-то. О, нифига себе. Вот, что-то я поджег все. Все по... А, я поджег свое оружие. Оно теперь, типа, у меня поджигательное, блядь. Ну. Нет, говорит, тут это не пройдешь. Поехали вниз. Хотя, говорит, сабелька-то... Сабелька-то, говорит, горит. Ай! Поехали обратно. А, в темноте нельзя находиться, я понял. Вот, я поджег. Бля, нифига себе, наверх можно лазить. О, блядь, чё я тебя зарежу сейчас? О, нифига себе. Почему все загорелось-то? Это что случилось? Нужно открывать какие-то ворота. Тихо. Ага, так и знал. Все. Чух. Чух. Давай поехали вниз. Вот, давай поехали вниз еще раз. Тут надо что-то поджечь. А, вот эту поджечь надо. Все понятно с тобой, блядь. Так, здесь у нас закрыто. Так, в темноте меня, в общем, убивает нахер. Ну вот я вторые ворота открыл, я понял. О-о-о! Shiny One, 16 штучек каких-то собрал. Че там со здоровьем-то? Ай, не да, я, говорит, не горит. Че ты, блин, дурак? Иди, говорит, нормально. Сходи, выйди, говорит, и сделай нормально. Вот, здесь жёг нормально. Чик. В темноте, в общем, тусовать нельзя. Чекпоинт. Вот это вот что за херня наверху? Слева. Это жизни! Ёкарный бабай, точно это жизни наверху, я понял. Это жизни. Ой, это типа сколько я пропущу ударов. Перед смертушкой-то. О! Ай! Да-да-да-да-да. Да я понял. 5 health поинтов у меня. 5 ударов могу пропустить. Врубился хоть что за жопа. На. А оно считается... А, хел... Чекпоинт это в смысле это каким? О, жизни обратно вернул. Или что, или я не пропускал. Так, двадцаточка была у меня. Да на, блядь. Падла. Так, у нас туда идти некуда. Я там шлепнусь, но... Ну, как бы это... Ну, интересненько. Не слишком... Не слишком хардкорно. Нормально. Чё там? Хоба! Чё, говорит, поджигать ты чем будешь? А, вот этим, говорит, будешь поджигать, да? А, вверх удар. Ага. Чё есть вверх удар? Ой. Так, вот я поджёг.
Ой, какой-то темненький чувак. А, я понял, кстати говоря. Понял, в смысле, я ничего сделать не успел, но я понял, что надо было сделать. Его можно было только огнем месить. Видимо. То есть, это... Он, блин, теневой. О, нифига себе, секретка, да? Блять, гори. Да, блять. Ой-ой-ой, что такое? Давай подожжем. Прельтар! Чё, new page found, там в Enduring Flame. Чё пейдж? В общем, тут все с огнем связано какой-то херней. Блять! О, горишь! Все, вот я все поджег. Дайте что-нибудь мне за... Да пожалуйста, блядь, я же не просто так приперся сюда, эй. Хер тебе, говорит, дурак. Неправильно ты понял. Вы, говорит, чё? Tales from the past. История, говорит, из прошлого. Ладно, хорошо, поехали дальше. Ай, а вот. Чекпоинт есть, дверь. У нас с дверями. Хер ты, говорит, зажжешь, у тебя нет этого огонька. Огня, говорит, у тебя нет. Ой, нет, не пойду. Поехали вниз. Все, поехали обратно на дверь. О, горим. Да блять. Да блять. О, горим. Она, сука, зарубила. Хоба! Да будет свет! Еще раз свет. Мы скоро можем прокачаться будем, да? Ай! Блять. Чух, говорит. Чух, поехали наверх. Я как-то неправильно прыгнул. А как, блядь, прыгнуть-то? О, во, все, запрыгнул. Все, горим. Угу. Чекпоинт. Вот эта фигня ломается. Ты, говорит, это... Особо-то, говорит, тут не кипишуй. Да, блядь, о, загорит. О, подожгли. Да блядь, да сгори нахер. О, одна жизнь мне осталась. Блядь, красавчик. Я в том плане еще сейчас сдохну, блядь. Куда поедем? Все, поехали. Ну, меня сейчас одного удара-то вшатают, блин. А, тут день, да? 38. Еще парочку нужно найти. Или что, или можно уже качать. Где там прокачки-то? Где? 20. А, хил. Fire Heal. А, это от огня. 20-ка, да? Это что такое? Че? А, Fire Heal. А, с ракет надо, все равно с ракетом. Здоровье плюс один. Скорость плюс 10, когда огонь. Fire duration. Ну, тут завязка на огне будет, я понял. Оу, и чё, acquire? Ой! Hold 20 секунд to heal 2 health points, consume fires. Нихера себе!
Мой инфо, среднюю клавишу, два очка. Вот, все потратил. А у меня огня нет, блин, ты чё? Чтоб от огня лечиться, то, в общем, тут нужно бегать. Оба, давай. На, вот полечился. Да, лечилку. Чё ты куда пошел? Давай. Надо нам вот эту херню поджечь. В общем, нужно ходить все время. О, чё, я завалил его, да? Падла, блин. Все, побежали. Да, блядь, поджигай. Ой-ой-ой, сейчас будет не очень хорошо. Да на, блядь, падла. Ух ты, а вообще-то получилось вообще нормально. Прям реально нормально получилось. Я просто успел огонечком поджечься. Ну. Так, давай вверх. Опа, успел поджечь. В общем, тут прикол с этими. Задача твоя все время постараться огнем поддерживать свое состояние. А чё? Вниз куда-то можно. Давай вверх. Блять, почему ты вниз поехал? А, все потухло. Поехали опять. Тут секретки всякие будут, да? Ай, не успел поджечь, блин. Ну, ладно. Так. Там Enduring Flame. Он какую-то херню, блин, находит. Нужно еще писульки находить зачем-то. Тут вопрос, все ли надо поджигать? А, с огнем он по-другому, это как его? С огнем он по-другому двигается. Ишь ты. Ноктюрн это типа что-то там с этим связано, с темнотой. И у меня тут задача как раз типа не быть, не оказаться в темноте, да? Во-во-во-во-во, везде темнота, блин. О! Эти дебилы, о! Бета Вив. Чё ты о чем там рассказываешь? Next. Ты, говорит, людей от этого тумана, не тумана, а, блин, ну тумана, в общем, спасаешь, нет? Ты, говорит, рискуешь там в этим. Блять, в общем, ладно, хер с тобой. Я даже боссов уже представляю. То есть нужно будет все время, когда бьешься с боссом, постоянно поджигать огонь, который тухнет что-то там. Так, сюда ты вообще-то, говорит, поджечь надо. Ты чё, говорит? Не будешь, говорит, поджигать, что ли? А чё, а чем мы поджигать будем? Ой. Ай, блядь! В темноте будем биться! Они неубиваемы в темноте. Ай-ай! Замочили меня, падлы. Так. Как же
Как же сделать, что же быть? Так. Эту херню, говорит, ты поджечь не можешь. Поехали наверх. Наверх пустите, блядь, не пускает, сука. Чё еще у нас есть? Чик-чик-чик-чик. Блядь, клавиши не жмутся, кроме таба. Мой инфос. И чё, вы мне сейчас предлагаете биться с ними, да? А, вот, блядь, надо... до огня добраться. А, сука, блядь, двоих замочил, пидоров. А! Они бесконечные! О, нет, нифига не... блядь, не пропускает. А чё, почему, блядь? Куда? А, все пропустил, смотрите-ка. Сейчас подожди, а туда обратно, если... бля, не пускает. В темноте ходить нельзя. О, чекпоинт. Хоба, еще поджег. Хоба! И можно прокачивать дальше. Что у нас есть? Так. Скорость 10. Длительность огня. Максимальная. Давай длительность огня, что ли. Одна секунда всего, так-то пипец, блин. А! Тебе русским языком сказали, говорит. О, зажег. А, там зажжем и сейчас дальше поедет, да? Угу. Все понятно с вами. Ну, так-то, блин, слушай, интересно. Заморочка забавная. Так, следующий, блин, этаж. Опять эта херня не горит. Это опять херня не горит. Так. А чего поджигать-то тогда? Эй, а чего поджигать? Уша, главное, торчит зачем-то здесь. А я не понял. Наверх не лезет, там не поджигается, здесь поджигать нечем. Чик. Туда не лезет. О! Босс. Типа. Да на, сгори, сука. Так, еще один чекпоинт, да? А там назад. Нет, погоди, блядь. Пошли назад. Там что там поджигать можно было? Блядь, опять не пускаю. Да что ты, эй, что ты ляжешь будешь делать? Хорош уже мучить меня. Зарубил тебя, падла. Поехали наверх. Блять, не лезет. А, о, три надо... ой. А, нужно порядок. Раз. Два. Три. Блять, нет. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Х,
хорошо, давай тогда так. Типа по порядку зажжем. Нет, говорит. Так, не понимаю. Так, может, подсказка какая-нибудь. Вот три штуки горящие. Ну, потухло, ладно, хорошо. Я, говорит, не сюда. Да-да, просто... А, блядь, просто зарубил скотину, блядь. Ой, какую, блядь, нихер про себе, вы какие сильные. Ай! О, прошел. Сюда, бля. Да, блин. Один, два, три, четыре. Хорошо, а где поджигать-то? Там была подсказка, я видел, что делать надо. Какую последовательность поджигать? Так, давай. Хоба! Еще один скролл нашел. В общем, там какие-то писульки дают зачем-то. Не знаю зачем. Там у нас пусто. Вон подсказка. 1, 2, 3, 4. А, ну вот последовательность. Ха-ха-ха, надо огнем шарахнуть было, оказывается. А я не знал. Так. Ну, а, вот наверх. Вот и куда-то наверх. Здесь у нас ворота, говорит, заперты. Ты, говорит, ай, блядь. Уже не горит, говорит, ничего. Да ёкарный бабай. Вот ты, блин. Все, пошли еще раз огнем. Огнем подпитаемся. Бля. Да бля. Хоба! Да блин, да заруби его вот это вот. Нет, говорит, не хочу. Ну ладно, хер с тобой. Не хочешь, как хочешь. Так, здесь ворота заперты опять. Вдруг оказались. А, сейчас не подъедет, да. Сейчас будет босс. Хер тебе, говорит, ворота заперты. Здесь все поджигать надо, говорит. Иди сначала, говорит, схватись с каким-то хм... Что делать? Поджигаем. А, вниз падай, говорит. Так, вот у нас есть чекпоинт. Угу, блядь. Ой! Хай, заморозил! А!
Ой, заморозил его, сейчас убьет, блять. Ай, убил, да. В общем, с боссом все понятно, как я сразу и предвидел. Надо сначала огонечка цепануть. Ай, заморозил, сука, да ты, да, блядь, заморозил. И чё? Вы мне прокачаться-то дадите? Нет, я же вот хочу прокачаться. Пошел ты, говорит, в жопу. Надо, говорит, уметь прокачиваться, блин. А, все понятно. Нет, блин. Нет. Бля. Да ёкарный баба, вверх держу. О, блядь, ты какой-то трэш, блин. Фуф, ладно, хорошо. Пили, говорит, вниз, задрал ты уже нас. Со своим, говорит, огнем сваливай уже в жопу. И специально долго херачит, чтобы это... Здесь огонечек погас, но... Блять, а полечиться ты не догадался, Валерьяныч, вообще-то полечиться бы неплохо было. На, зарубил тебя, но. Checkpoint reached. Да тихо! А, ты сдох? Все, гори. А, ты это... Лечиться, да? Угу. Тут всякие секретики будут еще стопудово с этими, с огонечками. Так, пошли. Ну так, интересно, управление мне не очень нравится. Тут нужно, наверное, на этом, как его, на джойстике. Я играю на мыше с клавиатурой сейчас. Тут очень есть проблемы некоторые с ответом клавиш. Чё? Это прокачка, да? Да, это прокачка. Так, во-первых, спид. Давай фарди. Чего? Блять. Прокачиваться можно еще, прикинь, только с огоньком. Acquire Fire Duration. Все, еще нужно 3 штучки. А это что такое? Launch Fire Wave Attack 70, нихера себе. А это что? Fire Damage. Понятное дело, Heal Health Point Heal. А, лечится на 3 очка больше. На 3, то есть. Вместо 2, 3 Fire Wave Attack. Ладно, поехали. Что происходит? А, нужно бежать. Пока, блядь. Ай! Да сгорите, суки. А, вот. Лечимся. Ага, убежали дальше.
Так, пилим, пилим, пилим. А, о! Лечимся, блядь, два раза. Угу. А, и чё? А, тупик какой-то, блядь. А, блядь, тупик. Наверх надо лезть, потому что... Сабли возьми. О, сдох. Сдох просто-напросто в тени. Ладно, я понял вас, блядь. А, блядь. Заморозил меня, скотина. Ай, ай. О, стенку открыл, бля. Пошел ты в жопу, вот там вот занимайся своими, блядь, приколюхами. Че, опять не работает, блин? А, вот работает, бля. Ну, давай так, игра не слишком хардкорная. Но какое-то внимание все-таки требует к себе. Блять, опять, говорит, у тебя нихера ничего не готово, а ты, говорит, как тут воевать собрался, э? Так, вот у нас гай. О! Нихрена себе новый противник. Пошел ты в жопу! Вот давай. Хоба! А я вот тебя, от тебя ушел. Еще я здесь вылечусь. Ха! А запрыгнуть мне дадите, нет? Да хер тебе, говорит, не запрыгнешь никуда. Какую-нибудь там огненную волну мы... Ну, так как это демка, тут, скорее всего, будут трудности. Оу! О! Поехали. Фу, так как это демка, тут, скорее всего, будет выбор. Все это прокачать не дадут, явно. Ну, может и дадут. Черт его знает, какие у меня мыслями. Блядь. На. Руководствуются создатели игры. О, надо сюда зайти. Поджечь. Угу. Ни хрена себе уровень не маленький, прямо скажем. А куда? А, опять наверх лезть, да? Хоба. Хоба, и подожгли еще одну. Бля. Наверх быстро. Блять, все, сабля у меня потухла, блядь. Сабелька потухла. Тара-да-да-да. Хорошо, босяра. Блять, там не босяра.
Там опять эта херня с движением вперед. Поехали. Падлы, блядь. О, волна. Ай, сейчас сдохну, блин. Да, сдох. Так. Мне кажется, биться с ними не всегда надо. Давай, о, блядь, не пропускают, значит, сюда нельзя. Ай, блядь! А вообще-то, может, и надо биться. Лечимся. А, подожди. Да-да-да, поехали наверх. Ну поехали, блядь. Сука, их завалить надо все-таки. Сдох, падла. Огненная скотина. Антиогненная скотина, я бы даже сказал. А, дальше вперед прям, да. Ага. Ай! Вот я уже потух. Чё это такое? Чё ты задумался? Ты просто присел, да? Блять, посиди, говорит, на этом стульчике. Хоба. И чего? По каким-то библиотекам шляндаем. О, hello. Давай, hello. Ой, цвета, что-то, четко какая-то, кстати. Чего ты мне хочешь сказать? В общем, она там удивилась, что-то про дом свой рассказывает, блять, про туман опять, и... Вот сейчас нам истории нафиг не нужны, мы играем в демку, геймплей осваиваем. Сидят вдвоем, задумались. Музыка. Затемнение экрана будет, нет? А, вот просто тупо встал. А, блять, я думал это. Чик, чекпоинт опять. Ой, все сгорело нахер. Пау! А, нет. Хоба. Хоба, блять! А, ни хрена себе! Блять! Падла! Лучник, сука! Одни из тут самых опасных противников будут лучники, судя по всему. Не потому что они, блядь, лучники, а потому что... А, я что-то не то сделал. Надо, чтобы эта херня вниз ехала. Ой, не вниз, а вперед. А она почему-то сзади застряла, да? Ты ехать-то будешь, нет? А, ее поджечь надо. Да, я понял. Ее нужно поджечь, и она едет тогда сама. Поджигать еще надо, блин, падлу. Разбился. Я говорю, тут что-то с управлением с мыши, по крайней мере, не очень хорошо. Выходит с мыши так себе. Че ты вот тут сидишь, опять расселась? Yeah.
Так, этот хмырь. На, сука. Блять! Вовремя она открылась, эта херня. О! Нихера себе! Так, валимся. Ой! Блять! Чик, блин! Чик, блин! Давай прокачаемся, блин! Так, это что у нас? Launch Fire Wave Attack Acquired. Control. Ну-ка еще раз. Бау! Что-то мне кажется, это не самый лучший выбор был. Да, пока доеду, все кончится. А, нет. Нихера себе. Бау! Хорошо горит. Ай! Ну куда ты уехал-то, блин? Она сейчас потухнет где-нибудь там, блин. Блять. Сука, я понял тебя. Да блин! Ай, не запрыгнула, блин, опять скотина. Она потухла. Блять. Надо ее на обратном пути как-то поджечь, в общем. Сука. Да чё ты, эй? Всё, говорит. Так, надо как-то поджечь. Интересно поджечь, блин, надо. Так, она обратно возвращается, когда тухнет. Надо, значит, ее. Ай, блядь. Дуру, дуру, дуру. Ладно, хорошо, поехал назад. Бля. Бля. Нет, говорит, туда не пробиться.
Как-то надо, в общем, наверх залезть. Блять. Блин! Ну вот тут вот бесящая штука, согласен. Штука бесящая была, ну как обычно, в общем, она бесящая, пока ты не шаришь, блин. Как делать? Блять! Понятно. А чё ты, блин, скотина? Сука, да пошел ты еще, блин, в конце вылез и начинает мне тут шмалять, блин. А если бы я при смерти был? А-а-а, не успел! Я понял тебя. Нужно прям бежать, бежать, бежать через все эти как его. Блять. Не успел. А как ты затормозишься-то, блин, скотина? Я тебе ноги вырву сейчас, блин. В общем, тут на скорость все. Блять, вы чё со мной делаете? Да нахер такие сложности? Ой, бля, чекпоинт. Фу, слава богу. Да пошли вы в жопу, блин. Да на, блять, я тебя ещё огнём запалю, нахер. О, ни хера себе волшебник припёрся. Сука. Я тебе сейчас покажу, блин, волшебник сраный. Блять. Лечись. А, ты только мог лечиться и все, да? Сука. На, блять, ты чё выжил? Ой, вымер. Вымер, сука. Ой, огонь пропал. Давай назад. Блять. Я все сейчас подожгу. Бежали.
О, этот сломался. Сломался факел. Пик. Угу. Факел переломался. Все нахер сожгу, падла вам. Раз вы не любите огонь, блин, придется. Поехали. Так, чё ты пешком попёрся? Двенадцать очков. Так и знал про эту, как её, про волну. Статуи какие-то. Да нафиг ты мне нужен? Можно вот эту штуку отменить? Нихера, говорит, мы не отменим. Блять, надо было количество жизни увеличивать и прочее. Потому что вот эта волна огненная нафиг не нужна. Блять, босс. Что правее? Ой! Ай! Блять. А где я? А, вот, блять. О, блять, огнемся! Блять! Пизда тебе! Ой, пардон! Ой, понятно, в общем, не надо было количество жизни прокачивать, а не. Пошла ты! О! Пипец. Так, понял я, по крайней мере, с этой херней, с ее магией, блин, стороны. Это как в этом аж DuckTales ремастер, который. О! Эй! Ай! Блять, падла, у меня жизни не осталось. На. Ну, в принципе, тактика предсказуема. Так-то. Ай, блядь. А, на тебе, блин, падла. Да на, заруби меня уже. На. Ну, слишком. Да не то, что слишком, в принципе, вот одна жизнь бы мне сейчас не помешала бы вообще, блин. Ай, блядь! Да ёкарный бабай, блин! Она лечится, падла. Ай! Да, блядь, прям под нож попал. Во второй стадии, что ли, огнем лучше валить или что, или как, я не понял. Стоять, говорит, падла там.
А, блядь! Да на! Ай! Блядь! А, нихера себе! Вот новая, но у нее, новая у нее это как ее поперло. Надо было прокачать плюс одну жизнь и лечилка плюс одна, чтобы была. А нифига не так, как я, блядь, эту сраную волну огненную. Да на, блин! Блять, на! Бля, да, 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 да. Это какой-то трэш уже. Блять! Я же знал, что он двойной будет удар на... Она будет двойной удар наносить. Че это херню это опять? Да! Дебил! Блять. Да нас, сука, блять. Падла. Throwing daggers. Ой. Это пипец какой-то. Хорошо. Даггеры, говорит, мы будем метать. А даггеры будут какие, блин? А. Огонь. Вот зачем мыша. Жопы, а? Давай опять заново.
Так, теперь что еще здесь делать можно с даггером? А, вот так вот, да? Угу. Ага. Подожди, блин. Поджигать эту херню надо, блин. Фуф, ну вот эта битва была просто... Я не скажу, что она уж, прямо скажем, крутая. Это просто я не очень хорошо играю в такие игры, подобные. Мне пострелять, вот что-нибудь такое. Here we... Так, replay young, все дела. И чего? Дверь закрыта. Побежал. А, кинжальчик один, потом можно типа увеличивать количество кинжальчиков, что ли? Ну. Ну все, как бы демка закончилась. Ну, вы видели, как я бился с босярой. Это как-то тяжело как-то далось мне. Ну а так вообще понравилось, конечно. Немножечко неправильно просто прокачался. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.